Повтажаемые литерки. С, Щ, Ш. С, мягкость ее передаем как Щ. Именно Щ, не С. Щ. И твердость С, З, Ш. Ш. А сегодня поговорим о букве С. И ее мягкость будет передаваться как звук Ч. С с черточкой или С и будем читать как Ч. Правила написания все те же. Если мы слышим этот мягкий звук в конце слова или перед согласным, мы будем писать С с черточкой. Когда мы слышим этот мягкий звук Ч перед гласным, мы будем писать С и. Я очень ждала эту букву, так как без нее я не могла вас познакомить с глаголами. У нас сегодня уже 35 букв, а конспект всех слов с переводом на русский, на украинский язык есть под видео. Вы можете его себе скачать, распечатать и повторять. А сегодня у нас занятие глаголов. И следующее будет такое же, поскольку без глаголов фактически невозможно формировать предложение. Мувич – говорить. Писач – писать. Слухач – слушать. Умеч – уметь. Знач – знать. Лечеч – лететь или бежать куда-то по делам. Обратите внимание, что все инфинитивы глаголов в польском языке заканчиваются на «ч». Есть исключения, их немного. То, что могу сейчас вспомнить, это глагол «тлуц» и «муц». Они давние и их очень мало. Все остальные заканчиваются на окончание «ч». Это «ц» с черточкой. «Прощич» – просить. Пытач – спрашивать. Друковач – печатать или распечатывать. Спшонтач – убирать. Коммуниковач – объявлять. Мыч – мыть. Пич – пить. Жич – жить именно как живое существо, то есть дышать, расти, стареть, развиваться. Мешкач более как проживать. Просовач гладить, например, одежду. Шич шить. Шукач искать. Готовач готовить. И готовить еду, и готовить, например, какой-то материал для изучения. Смажич – жарить. Налевач – наливать. Душич – тушить. Когда при готовке мы тушим что-то, держим под крышкой, пропариваем. Или же тоже душить, как душить кого-то, сжимать кому-то горло. Дзвонич – звонить. Квамач – обманывать. Вы на канале «Польский по полочкам» и с вами дипломированный преподаватель польского языка Аврамышина Татьяна. Сурфовач – серфировать по волнам, болтаться и частое выражение «сурфовач в интернете». Сидеть в интернете. Сурфовач. Гласкач – гладить, ласкать. Гласкач кота, гласкач пса, гладить кота, гладить собаку. Быч – быть. Муц – мочь. Это то исключение, о котором я говорила. Окончание не «ч», а «ц». Таких слов немного. Пальцев двух рук будет достаточно, чтобы их найти во всем словарике. Меч – иметь. Хчеч – хотеть. Мышлеч – думать.
гадач – болтать, розмавяч – разговаривать, пукач – стучать, спач – спать, лежеч – лежать, бадач – исследовать или обследовать кого-то, если кто-то пришел к доктору. Бадач. Подружовач – путешествовать. Ехач – ехать. Ищ – идти. Ещ – кушать. Зарабяч – зарабатывать. Я надеюсь, вы не забыли, что вам тоже нужно читать эти слова, а не просто пассивно слушать. Вы обязательно должны их произносить несколько секунд раньше меня. Дорабяч – подрабатывать. Брач – брать. Пшепрашач – извиняться. Нещ – нести. Вещь – вести, опаляще – загорать, плывач – плавать, мылище – ошибаться. Я вас поздравляю, 35 букв, 600 слов. По статистике можно увидеть, что первый урок самоучителя просмотрело вдвое больше людей, чем 10 и 11, а это говорит о том, что если вы сейчас смотрите 12, то вы уже в особенной группе, той группе, которая может организовать себя и идет к своей цели в изучении иностранного языка. Я вас всех жду на 13-м занятии. До започения!